Здравствуйте. В прямом эфире новости. О главных событиях этого вторника расскажут мои коллеги и я, Наталья Чудина. Смотрите в выпуске. В Усть-Абакане делают капитальный ремонт в районной больнице. После она будет готова принимать пациентов с коронавирусом. Когда ситуация с ковидом сойдет на нет, неизвестно. Но в любом случае этот ремонт будет только полезен и прежде всего врачам и пациентам. В редакцию РТС обратились абаканцы, купившие квартиры в новостройках. Вместо дороги к дому – рытвины и колдобины. Почему бы не заасфальтировать участок? Тем более, что никаких строек здесь рядом нет. С четверга начинается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Конституция, оберегая языки всех народов, все-таки своими поправками спаивает все народы в единую общность. Общероссийскую общность. В связи с эпидситуацией по коронавирусу 24 июня Хакасия преимущественно отметит в режиме онлайн. Впрочем, без праздничного настроения жители республики не останутся. Завтра в полдень по Абакану проедет автоколонна по улицам Щетинкина и Дружбы народов. В это же время организаторы призывают всех желающих принять участие в акции «Весть Победы». Ровно в 12 часов местного времени дать сигнал в своем автомобиле в течение одной минуты. В городах и селах Хакасии также запланирована международная акция «Сад памяти», а в рамках которой планируется высадка саженцев, а семьи поучаствуют в акции «Я рисую мелом». Праздничный день 24 июня завершится салютом, который будет запущен с горы Самохвал в 22:50. Увидеть его можно будет также в соцсетях РТС и на нашем сайте. В Саиногорске откроют памятник детям войны. Мемориал начали возводить в прошлом году в сквере Победы. Теперь он завершен. Завтра, 24 июня, памятник торжественно откроет глава Хакасии. Также Валентин Коновалов оценит ход строительных работ на территории Саиногорской межрайонной больницы. А 25 июня по всей стране начнется голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Среди них закрепление статуса русского языка как языка государства образующего народа. Кроме того, предлагается тезис о сохранении и развитии языков коренных народов России. Данную поправку в нашем эфире прокомментировала советник отдела профобразования и науки Министерства образования Хакасии Татьяна Зеленецкая. На сегодняшний день порядка 66% ребятишек из семей коренного народа изучают родной язык в дошкольных учреждениях республики. Хакасский язык в качестве и основного учебного предмета, и факультатива также охватывает многие школы региона. Разработан богатый пласт научно-методической литературы, словарей и разговорников. Как отмечает советник отдела профобразования Татьяна Зеленецкая, предлагаемые языковые поправки закрепляют эти и многие другие важные тенденции. В этой же статье речь идет о том, что должны сохраняться языки всех народов России. И не просто сохраняться, а создаваться условия для их изучения и развития. То есть не изучать уже умершие языки, а изучать те, которыми мы владеем на сегодняшний день. Кроме того, конституционная поправка закрепляет статус русского языка как языка государства образующего народа. Конституция, оберегая языки всех народов, все-таки своими поправками спаивает все народы в единую общность, общероссийскую общность, и это особенно важно. Выразить свое мнение россияне смогут, начиная с 25 июня. Напомним, в этот день по всей стране начнут открываться участки. В связи с эпидситуацией голосование продлится вплоть до 20 часов 1 июля. Предусмотрены самые различные формы. Например, в Москве и Нижегородской области будет доступно электронное голосование, а в остальных регионах можно будет как прийти на участок, так и проголосовать на дому. Оскар Артамонов, РТС. Полиция усилит меры безопасности в дни голосования по поправкам в Конституцию. Как будет вестись охрана общественного порядка, рассказали сегодня журналистам в МВД по Хакасии. Беспрецедентное мероприятие по количеству полицейских. Ежедневно больше 1000 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и линейного отдела будут следить за порядком во время голосования в Хакасии. Растянется оно почти на неделю. 24 июня силовики сопроводят избирательную документацию на участке. И с этого дня берут их под круглосуточную охрану.
Кинологи с собаками обследуют участковые комиссии дважды, чего не было ранее. В день завоза бюллетеней и непосредственно перед днем голосования. И это не все новшества. Будет предусмотрено так называемое придомовое голосование, которое начнется с 25 числа по 30 число. Соответственно, и здесь, в местах проведения данных мероприятий, мы также обеспечиваем безопасность при проведении и при голосовании. В каждом дворе, куда будут направляться представители территориальных избирательных комиссий, будут сопровождаться сотрудниками полиции. В охране общественного порядка будут участвовать все подразделения. ГИБДД продолжит следить за безопасностью на дорогах. Не дадут спуску пьяным водителям и другим нарушителям. Ограничительные посты на трассах уже сняты. Последний, крайний пост на границе с Красноярским краем убирают сегодня. 100% сотрудников ГАИ будут находиться на службе по всей республике. Мы особенно внимание будем уделять тем территориям, которые прилегают к избирательным участкам. Места парковки у избирательных участков будем обеспечивать. ГИБДД будет сопровождать участковые комиссии, перевозку бюллетеней. Все полицейские будут с индивидуальными средствами защиты. Маски, перчатки. А если их забудут в день голосования избирателя, беспокоиться, что не пустят на участки, не стоит. На этот случай всем необходимым людей должны обеспечить избиркомы. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Некоторые льготники Абакана выразили недовольство. В других городах и населенных пунктах региона пенсионеры и другие граждане, имеющие право на льготный бесплатный проезд или проезд за полцены, могут ездить на любом транспорте. А в республиканской столице только на муниципальном. Ситуацию нам разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты Хакасии. По словам специалистов, в начале весны в республиканское постановление о перевозке были внесены изменения, чтобы оно соответствовало федеральным нормам. На ситуацию с льготниками это изменение никак не повлияло, отмечают в профильном ведомстве. То есть как раньше перевозку осуществляли наши перевозчики, так они и продолжают сейчас осуществлять. Льготники на тех же условиях садятся в транспорт и едут. Что хотелось сказать вот конкретно Абакана, то в Абакане много лет уже льготная перевозка осуществляется только муниципальным транспортом, потому что у нас в городе очень хорошо развита маршрутная муниципальная сеть, и автобусы ходят достаточно регулярно, поэтому вопросов по перевозке граждан здесь никогда не возникает. Поэтому здесь льготники и пользовались муниципальным проездом, и будут пользоваться. И любой льготник, который переезжает с другой территории, он точно так же может пользоваться нашим муниципальным транспортом, городским, абаканским. Кроме того, в Минтруда и соцзащиты Хакасии пояснили, что в других населенных пунктах льготная категория граждан пользуется коммерческим транспортом только потому, что там в принципе не существует системы муниципальных перевозок. На сегодняшний день в республике осталось 3 крупных предприятия коммунальной сферы, которые формируют 80% просроченной задолженности за электроэнергию. Это Аскисские тепловые сети, Тюйский универсал и Сорская городская котельная. В настоящее время в Аскисских сетях проводится проверка ХакасЭнерго, Госкомитета по тарифам и энергетике и контрольно-ревизионной комиссии Минфина республики. Проверка должна установить причины аномального дисбаланса доходов и расходов. Кроме этого, изучается вопрос повышения эффективности работы теплоснабжения, в том числе за счет возможного закрытия всех 3 котельных села Аскис и подключения теплосетей райцентра к котельной станции Аскис с увеличением ее мощности. В ТЮИ ХакасЭнерго совместно с Минстроем республики в течение 2 недель проведет экспертизу энергопотребления. А предложение по Сорской котельной Минстрой должен представить до конца июня. Нет дорог, одни направления. В нашу редакцию обратились жители столицы Хакасии, которые возмущены подъездными путями в микрорайоне Арбан. Чтобы добраться до новостроек, приходится ездить на авто по колдобинам и огромным лужам уже 2 года. В проблеме разбирался Андрей Пахабов. Проехать по этим ямам без проблем, наверное, можно только на грузовиках и джипах, сетуют жители новостроек микрорайона Арбан. А ездить приходится даже там, где после осадков и вовсе танкам нужно бояться. Местные жители возмущены. Это, конечно, не центр города, однако до проезжей части улицы Некрасова вон туда всего лишь около 100 метров. Плюс рядом детский сад и католический костел. Но почему бы не заасфальтировать участок? Тем более, что никаких строек здесь рядом нет. Это еще сухо более-менее. Обычно здесь еще, когда весна, здесь, то есть, лужи, лед, снег, грязь, пройти вообще невозможно с дома вот туда. Даже до этой дороги дойти невозможно.
Люди говорят, эти дома были возведены 2 года назад. Жильцы терпели, потому что знали, рядом с новостройками на первых порах всегда так. Кругом только мусор и грязь. Заканчиваться терпение начало после того, как по соседству был сдан детский сад Дашенька. На школьное учреждение появилось, а подъездные пути, которые бы решали общую беду, почему-то строить не захотели. Дороги, ну сами видите, просто ужас. Даже идешь, когда пешком. Только, слава богу, вот эти тротуары есть, которые спасают. А здесь, чтобы дойти даже до садика, ну, невозможно остаться сухим. По словам главного архитектора Абакана, кардинально решить эту проблему получится только через несколько лет. И дело не в том, что никто не хочет обращать на нее внимание. Это коридоры для прокладки инженерных коммуникаций. Пока район не сформировался, выполнять там какое-то благоустройство, ну, на сегодняшний день, наверное, преждевременно. Немножечко нужно подождать жителям, набраться терпения, и этот район также будет удобен и комфортен, как и другие территории. Впрочем, сравнительный порядок навести все же можно. По словам Светланы Крыловой, для этого недовольным жильцам достаточно обратиться в администрацию города. Силами управления коммунального хозяйства отгредировать дорогу несложно. Андрей Пахабов, Руслан Шалгинов, РТС. Хорошая новость для черногорцев. В дома горожан возвращается горячая вода. Напомним, в городе Угольщиков без горячего водоснабжения осталось порядка 40 домов. В минувшие выходные компания СГК провела ремонт на трубопроводе от котельной «Центральная». Энергетики заменили 15 метров теплосети. Сегодня специалисты испытали трубы высоким давлением. Порывов не обнаружено, поэтому как только магистраль заполнится, специалисты начнут подключать жилые дома. О проводимых работах заранее извещены все городские управляющие компании, которые должны самостоятельно открыть запорную арматуру на вводе в дом. Окраина Аала Сапогов Усть-Табаканского района продолжает утопать в мусоре. Это и дурно пахнущие истории не один год. Однако, если раньше свалки были стихийные вокруг населенного пункта, то теперь место, куда свозится хлам и бытовые отходы, всего лишь одно. В чем причина растущей на глазах горы мусора, рассказывает наша съемочная группа. Весь мусор, и стекло, и жестянка банка, и пластики, и окна, и после вот у нас были тут пожары, после пожара все сюда свозят. Владимир Войтюк живет в Сапогово почти 50 лет. Говорит, что до такого любимое село раньше не доводили. Да, бытовые отходы были всегда, однако с приходом мусорного регоператора в Хакасию вывозить гниющее добро стали крайне редко. Страдает в первую очередь округа. С ветрами это все разносится. Если туда глянуть за эту дамбу, весь этот пластик, все эти пакеты, все, что можно ветром подхватывать, а какие ветра вы знаете у нас, вот, по весне идут. И, по сути дела, там вся эта с пластиком на покосах, весь этот пластик. Там же пасется скот. Добраться до контейнеров непросто. В итоге люди бросают мусор, где попало. Однако, по словам главы Сапоговского сельсовета, пусть лучше хлам копится в одном условном месте, чем вблизи домов. А так было, когда контейнеры стояли на улицах Аала. Аэросити у нас вывозят, ну, правда, бывают сбои нерегулярно. Но и придачи ко всему, конечно, перебои происходят из-за перенасыщенности мусора. Имеется в виду, что на все округи по нашему, то есть Чапаева, Дачный массив, Сапогово, и все жители везут именно на площадку именно твердых коммунальных отходов. Региональный оператор, кстати, назвал превышение объемов вывоза одной из главных причин, почему в Сапогово не все так просто. Кроме того, площадка под бункерами не обустроена, а это как раз обязанность сельских чиновников. Местные жители, в свою очередь, разводят руками. Пока ответственные лица перекладывают проблему друг на друга, и санкционированная свалка продолжает расти. Андрей Пахабов, Дмитрий Парахин, РТС. Пенсионный фонд выделяет специальный день для приема по детским выплатам. В нерабочий день 24 июня в Хакасии продолжат работать клиентские службы пенсионного фонда. С 9 до 16 часов специалисты будут вести прием в порядке живой очереди по вопросам единовременной выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, а также выплат на детей в возрасте до 3 лет. Бдительные абаканцы помогли поймать на одном из участков дачного общества Потения наркоманов. Садоводы сообщили полицейским, что заметили на соседнем участке подозрительную парочку. Стражи порядка задержали 35-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. При них обнаружили и наркотики. Обоим грозит до 3 лет лишения свободы. И далее о других происшествиях. Накануне вечером в Абакане полыхал один из частных домов. В огне погиб 60-летний хозяин усадьбы. Его тело обнаружили огнеборцы при разборе конструкций.
Известно, что мужчина проживал вместе с престарелой матерью, длительное время злоупотреблял алкоголем. Пожилая женщина смогла выйти из дома самостоятельно, но в силу возраста спасти сына ей не удалось. К этому моменту он уже находился без сознания. Причиной пожара, вероятнее всего, стала непотушенная сигарета, которую мужчина оставил в сенях. Именно там зафиксирован очаг возгорания. В столице Хакасии правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении собственного ребенка. По версии следствия, преступление произошло 19 июня. Во дворе собственного дома 31-летний абаканец воспользовался беспомощным состоянием 11-летней дочери и надругался над девочкой. В момент преступления его застала сожительница. Женщина сразу обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение, но свою вину мужчина отрицает. В полицию Абакана поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице маршала Жукова происходит конфликт. На место выехал участковый полицейский и сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали 33-летнего мужчину, который, приревновав даму сердца, угрожал ей ножом. Холодное оружие у абаканского отеля изъяли и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Угроза убийством». Несдержанность в чувствах может обернуться для мужчины 2 годами лишения свободы. Тридцать 4 пациента выздоровели, 19 человек заболели. Так изменилась эпидситуация в республике за минувшие сутки. Основные очаги распространения по-прежнему семейные и рабочие контакты. Заболевание не у всех протекает в легкой форме. Сколько пациентов сейчас в тяжелом состоянии в нашем материале? Специалисты предупреждают, подхватить коронавирус в республике можно где угодно. Инфицированные во всех городах и районах Хакасии. Всего зафиксирован 1631 случай, выздоровевших почти 1100. Сейчас лечение получают 522 человека, из них 42 относятся к категории тяжелых. На аппаратах ИВЛ 6 пациентов. В ходе очередного правительственного штаба прозвучало соблюдение масочного режима, личная ответственность каждого жителя и возможность уберечься от вируса. Динамика заболеваемости за последние 7 дней, она увеличилась на 19%. Уровень небольничных пневмоний в 4 раза превышает средние многолетние уровни. Рост тяжелых и тяжелых форм заболеваний. Если на середину мая каждый 5-й относился к категории больных со средне-тяжелой и тяжелой формой, то сейчас уже каждый 3-й. Соблюдением всех мер безопасности и очень осторожно Хакасия все же возвращается к привычной жизни. Ожидается, что с июля свои двери для туристов распахнут базы отдыха. Глава региона поручил Минтрансу организовать контроль за этой сферой, в том числе и за любителями дикого отдыха. Предприниматели, которые размещают туристов, должны предоставить паспорта готовности. Среди данной категории предпринимателей провести на этой неделе разъяснительную работу. То есть они, во-первых, четко должны понимать, какие у них должны быть там запасы дезинфицирующих средств, какое оборудование у них должно быть. Я там и про термометры говорю, там и про дезары и все остальное. То есть что они вообще должны подготовить, чтобы полностью выполнить требования. Ну и плюс, какие ограничения они должны соблюдать, вот о чем сейчас говорилось, по дистанцированию, по наполняемости. Кроме того, к открытию готовятся стоматологические клиники и кабинеты. Для них также будет разработан ряд условий для возобновления деятельности. Первых пациентов стоматологи начнут принимать не раньше июля. Юлия Свинцова, Руслан Шалгынов, РТС. В Усть-Абаканской районной больнице вот уже вторую неделю нет ни медиков, ни пациентов, но здание все равно не пустует. Сейчас там трудятся строители. В медучреждении начался масштабный капремонт. Лечебный корпус работает уже 15 лет. Настало время капитального ремонта. Нынешняя эпидситуация также продиктовала свои условия. Мы готовимся сегодня к осени, когда будет осенний рост респираторных инфекций, естественно, пневмоний и, естественно, ковидная инфекция. Она никуда не уйдет к этому времени. И в осенний период выдержать эту нагрузку сегодня наши обычные районные больницы не смогут. Поэтому мы здесь должны провести ремонт всего стационара.
Когда ситуация с ковидом сойдет на нет, неизвестно. Но в любом случае этот ремонт будет только полезен, и прежде всего врачам и пациентам. Например, раньше здесь была только одна палата реанимации. Теперь под это планируют отдать целый этаж. Или же, что касается санузлов, раньше они были только на этажах, теперь предполагаются в каждой палате. Строители только зашли на объект, сейчас выполняют демонтажные работы. Меняем полностью все, то есть снимаем все полы, все стены, все демонтируется и меняется на новые материалы. То есть там, где был керамогранит, будет новый современный гомогенный линолеум. Там, где была старая плитка, которая тут валилась в каждом помещении, будет все новое, красивое. Инженерные сети, отопление, освещение, вентиляция, противопожарная сигнализация – все под замену. Для ремонта больницу пришлось полностью освободить. Часть пациентов выписали, некоторых направили в другие медучреждения. Весь персонал переведен на другой фронт работы. Они командированы в другие подразделения больницы, во взрослую поликлинику, в детскую поликлинику, в дошкольную школу. Школьное отделение, медицинские кабинеты детских садов района и поселка и на скорую медицинскую помощь дополнительно в бригады к фельдшерам и к водителям. Всем нашлись рабочие места. На капитальный ремонт предусмотрено порядка 80 миллионов рублей из республиканского бюджета. Все работы должны быть завершены к октябрю. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. Согра и мостоотряд на неделю останутся без горячей воды. Там будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Работы будут проходить с полуночи 6 июля до 24 часов 12 июля. Энергетики выявят проблемные места на сетях, а также приведут в порядок оборудование на котельной номер 6. Старые и серые поменяли на новые и яркие. Это о фасадах многоквартирных домов. В Хакасии, несмотря на пандемию, продолжается реализация программы капитального ремонта. Наглядный пример – до и после видят не только горожане, но и жители районов. Туимские двухэтажки на улице Первомайской практически погодки, построены в середине 50-х прошлого века. И, кажется, с тех пор время для этих домов остановилось. Серые фасады поизносились и давно не радуют глаз. Шанс сменить неприметные рубашки на яркие появился вместе со строителями. В поселке, как и по всей Хакасии, реализуется программа капремонта. В этом году на 5 домах меняют фасады. В проектах используют евровагонку. Деревянные фасады очень практичные. Обрабатываются антисептическими пропитками. Собственникам не приходится, то есть, затрачивать какие-то дополнительные средства на обработку и на содержание фасада. Это удобно для домов, которые находятся на непосредственном самоуправлении. Дома не просто обшиваются. При необходимости меняются сгнившие венцы. Строители устанавливают новые подъездные окна и двери. Сейчас работы в Туиме практически завершены. Сдача всех домов намечена на июль. Всего в Ширинском районе до конца года откапиталят 13 объектов. Общая стоимость ремонтов почти 10 миллионов рублей. В небольших населенных пунктах, где есть многоквартирные дома, самая большая проблема для системы капремонта, ну, читай, фонда капремонта, это найти подрядчиков, которые будут работать на, скажем так, небольшую прибыль на удаленных территориях. Как правило, весь строительный комплекс, включая и малые и средние предприятия, он у нас все-таки тяготеет к городам и крупным населенным пунктам. По оценке специалистов Минстроя, в этом году программа хорошо выполняется. В целом по Хакасии до конца 2020-го подрядчики проведут 166 видов работ. Это кровли, фасады, инженерные сети. Ремонты продолжаются даже в условиях пандемии. Сейчас строители капиталят 44 дома. Почти столько же объектов из плана этого года уже в статусе принятых. Юлия Свинцова, Руслан Шалгынов, РТС. И в конце выпуска о погоде. В Хакасии вновь ожидается град. До конца этой недели будет тепло. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В среду синоптики снова прогнозируют в Хакасии дождь и град. Порывы ветра при грозе будут достигать 18 метров в секунду. Жителям региона напоминают о мерах безопасности при непогоде. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru. Мы есть также во всех соцсетях и на YouTube. Оставайтесь с нами.